Обзор по паре доллар-иена, часовой график. Укрепление американской валюты в результате публикации прогнозов ФРС США о подъеме процентной ставки на ближайшие 3 года привели к существенному укреплению американской валюты на всех рынках. И на данной валютной паре можно заметить, что котировки отскочив от уровня 114.85, устремились вверх к новым локальным максимумам, тем самым преодолев практически два сопротивления и на данный момент находясь чуть ниже сопротивления 117.66. Данный импульс стал продолжением общего восходящего тренда на дневном 4-часовом и на дневных графиках одновременно. Тем самым данный тренд ускорился и обоснованно будет заключать сделки в направлении тренда, то есть от ближайших уровней поддержки, первым из которых является уровень 116.80, располагающийся поблизости от линии 38% Fibonacci от вчерашнего восходящего импульса. Фиксировать прибыль по покупкам следует в первую очередь у текущего локального максимума, который находится вблизи сопротивления 117.66. Дальнейшее движение на данном рынке с большой долей вероятности продолжит восходящую динамику. Сегодня на данный рынок, а именно на американскую валюту, может повлиять в плане укрепления данные по деловой активности от Федерального резервного банка Филадельфии, а также индексу потребительских цен, которые будут опубликованы в американскую сессию в 15:30.